Хай, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Аудиофилия — это классная тема. Вот получил посылочку от Lobotomized 13. 41 гривна. За что, блин, 41 гривна? Непонятно. Было бы за что, конечно. Ну, получил, короче. А это мой проект, то я на парт, вот он играет. Кстати, тут на барабанах Олег Николай Состин, я на ритм-гитаре, на басу Жорах и на соло-гитаре Дима Черниченко. О. Так, делаем вскрытие посылки. Тут должны быть раритетные диски. Посылка, конечно, упакована как попало. 41 гривну, когда так, не очень-то прикольно. Ну, что это, да? А письмо, как бы, это 6 гривен, что оно стоит. Ну, да. Ну, вот тут три диска. Дигипаков тут нету. Все в стекле, поэтому можно использовать ножнички. Хоть бы по такой цене, конечно, 100 гривен, 150, могли бы уже и диски быть в этих, как его, в кулечках, я не знаю, будут они тут в кулечках или не будут. А? А о, упаковано, вот это нормально упаковано. Ну, но опять-таки, а ну вот, это нормально более-менее сделано. Что, кулечки, да? Ну, правда, кулечек такой хиленький. Ну, спасибо за это, да. О, вот эта тема. Вот это, да, вот это должен быть. Вот. С автографом Барни Гринвея. Так. О, Массакра. Был у меня такое. Все когда-то продавал, думал, херму себе накуплю. Так и не купил. Ну, начнем с чего? Начнем с Benediction. Так. Тоже, конечно, расписался на обложке. Ну да, был у меня такой когда-то диск. Диск вроде идеальный. На подарочек покатят. Benediction. Да, был такой, да. Ну вот тут якобы автограф Барни Гринвея. Ну что-то похож на его, на него, на его почерк. Так. Готово. Вот, готово. Это нормально, в кулечке. Отлично. Так, теперь Decide. Ну, Decide Sobi. Кулечек, конечно, дерьмовый. Сейчас сразу кулечек поменяю. О, альбомчик хороший, да. Это издание классное. У меня есть, сука, тоже третье издание у меня будет на таком. Нет, это что, Universal, что это? Ну, диск идеальный. Ну, херма, в принципе, альбом не так супер-пупер. О, прямо, да, как на ферме сделано, и как на этом. И как на этом, как его... Было на этом, как его, на Муне. Мун Рекордс то же самое. А? Тема.
ваш альбомчик. Так, сейчас поставлю еще раз эту тему, которая нас парит. Пускай еще поиграет. Минусовка для вокала. Так, сразу же, да. Так, и сразу же надо сразу сделать кулечек. Суби, все как полагается. О, тема, то что надо. Вот. Это уби дурацкая, блин. Ой. Сюда его, блин, и все. Вот это нельзя было так, блин, вставить. Блин, проблемы создает тут еще. Барахло еще дурацкое. Эти уби, блин. Реклама дурацкая, блин. Если бы за нее при продаже доплачивали, а так, кому нахер нужна эта реклама идиотская. Так. Так. О, готово. И теперь массака. О, тема, был у меня такой диск когда-то. Думал, да, что-то переклинило, начал продавать лицензию российскую. Чего, зачем? Чё? Диск записан хорошо, и как на фирме почти. Ну вот, снова вернулся во своя. В принципе, на подарочек. Чел. Сегодня у него днюха. Пойдем поздравим. Вот, кстати, мой ник Warhol. Я также продаю на Фростере диски, свою музыку. И на дистрибьюции у меня есть. Да, надо будет сделать ролик, там у меня на дистрибьюции есть диски некоторых других групп. Вот. Хороший альбомчик тоже. Состояние хорошее для подарка. В самый раз. Так, диск хоть тот, то будет весело, блин. Да, Siphon Decline. А то мне тут один прислал, блин. Коробку одну, а диск другой. Было такое, но я не помню, снимал я его, не снимал. Один вообще прислал диск, другой альбом вместо нужного перепутал. Думал, наверное, что прокатит. Хотел избавиться от диска и думал, что да, ну и фиг с ним. Пихну, невпихуемое, нахер оно надо, чё. Тоже некрасиво с его стороны. Ну да, и тут все сходится. Все нормально. Вот. Готово! О, три раритета. И один из них с автографом Барни Гринвея. Все, всем пока-пока. Слушайте музыку на аудиодисках, трахайте девок. Ну, короче, всем пока.